шел на стрим по тундре и... Так, это тачман. Не блеванул. Ого. Как можно в это играть, вообще не понимаю. Даже не знаю, дядь. Там просто едет в тебя танк, и он даже не обводится. Ого, не обводится? Серьезно? Сверху улетают самолеты, зенитки выходят, стреляют. А мины там есть? Боже, это самый тупой аргумент, который я когда-либо слышал. Говорит, танк даже не обводится, сука. Самолеты летают. А арта это прям охренеть, какой класс. Как круто играть в картошку. Заходишь, тут плюха тебе фугасная. Хер пойми откуда, от дегенерата, который ничего не делает. Хлоп. Вот это круто. А раньше как было интересно, когда ваншотом залетало. Это же вообще, ну, праздник жизни, а не игра. Говорит, не обходится там. Это самый... Я понимаю, динамика хуже. Да, это так. Долго, долгие муторные бои. Там что-то непонятно, сложно. Но танк не обводится. Это новый уровень, господа. Сверху улетают самолеты. Это и... тоже киберспортсмен, смотри, на ультралоу, да, играет? Зенитки выходят, стреляют. А мины там есть? Есть. Не знаю, тундра, она какая-то прям супер детская. Я играл в тундру. Сука! О, чувак, ты просто сделал этот стрим. Так. Обводится. Вот, еще раз. Я не понимаю. Там просто едет в тебя танк, и он даже не обводится. Не знаю, тундра, она какая-то прям супер детская. Чувак, как с логикой? Алло, прием. Говорит, не обводится, сука, тварь. Тварь, не обводишься, тварь. Не буду в тебя играть. Не буду. А потом говорит, ну что это детская игра. Нет обводящихся танков. Вот если бы обводился, это чистокровный аркадник, ребят. Вот его бы, не знаю, его бы с ВП-тимом во взвод, кто понимает, вот туда. Там все обводится, дядь. И крестик православный есть, все туда. Вот ты бы был мастером реакции в аркаде. Вот серьезно, мужички, подскажите ему, что у нас есть танк, ну, есть режим, где все-таки обводится. Ну, человек без своего мнения или без... Я не знаю, что не так с ним. Это глупость. Либо он завтыкал, вот, либо он жестко завтыкал в этом бою, что-то думал там об отметке, об арте, вот представил, как он играет на арте, думает, блин, твою мать, играю на этом дерьме на каком-то, что это, как это называется, Копра, вот бы на ГВ Пантерке, но народ не поймет, смотреть не будет, на пельмени донатить не станут, приходится вот эти отметки, наверное, какие-то выполнять, играть в это говно. Ну, короче, задумался и затупил и сказал фигню. Ну, либо же человек без своего мнения, ну, либо же человек абсолютно не понимает, о чем он говорит. Но это забавно.